Всем привет! Сегодня суббота, поэтому небольшой обзор на закупку и на продажи. Начнем с продаж. Такая вот лакированная шкатулка. В прошлую субботу куплена, продана. Такие вот советские серьги с корундом серебряные. И сигнал охотника номерной советский тоже продан. По закупке довольно неплохо сегодня. Такая вот сувенирка советская. Это у нас люди привозили с путешествия на Кавказ. Даже вот цена есть. Ручка, кинжал. Первый раз такое попалось. Серебряная чайная ложка с пробами. 875-я проба. Жалко, что одна. Ну, тоже приятная вещица. Сохран неплохой. С молотобойцем еще. Несколько часов. Все советское. Тут у нас ракета, луч. Запчасти от золотых часов. Остался только механизм. С головкой. И советская молния карманная. Еще вот такой вот предмет. Это ключ консервный, он в родной коробке. Видимо, его даже не использовали. Как лежал. Такие вещи тоже можно найти. Ну, игральные карты. Это у нас современная Россия. Тут рисованное творчество дизайнера. Колода. И прикупили вот еще три штуки сигнала охотника советский. Тоже все номерные. Все в рабочем состоянии. Такая вот вышла суббота. Есть покупки, есть продажи. Продолжаем дальше работу. Если у вас какие-то есть вопросы, пожелания, комментарии, пишите. Всем отвечаем. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Нам важен отклик. Больше отклика, соответственно, мы будем больше стараться снимать контента. Если, кстати, есть предложения по контенту, тоже пишите. Готовы ваши предложение рассмотреть. Все, всем удачи, хороших находок. Пока.